Уже несколько лет в столице Мордовии зимуют дикие утки, кряквы. В нескольких местах на реках Саранка и Инсар вода замерзает не полностью. И в оставшихся полыньях утки вполне могут дожить до весны, пока им хватает еды. Но сейчас с этим как раз проблемы. Из-за морозов полыньи на Саранке стали совсем узкими. А берега засыпал снег, и есть кряквам стало нечего. От голода утки настолько обессилели, что стали малоподвижны. И являются легкой добычей для бродячих собак и кошек, которые истребляют и без того немногочисленную популяцию зимующих в Саранске водоплавающих птиц. Уткам просто необходима помощь человека, ведь когда они сыты, жир и теплый пух защищают их от холода. Олег Еремин, фотограф газеты «Известия Мордовии», об этом знает. Он часто фотографирует уток и никогда не приходит сюда с пустыми руками. Говорит, кормить водоплавающих можно практически чем угодно. Главное – кормить. Хлебом вот с отрубями, макаронами, вермишелью, рисом, с крупами разными, любыми, картошкой. А вареной. Крупами сырыми? Да, можно зерно просто не едят. И кашу едят, и просто зерно сырое. Олег еще и опытный охотник. Он подзывает уток специальными звуками, которыми утки обычно зовут селезней. Видно, что птицы проголодались не на шутку, хватают хлеб прямо из рук. Уже настолько голодные, да, что даже не боятся? Олег одним из первых и забил тревогу, когда, придя в очередной раз к Саранке, увидел на льду несколько погибших уток. Вот вчера было. Вот они заметены снегом сейчас. Вот снег выпал сверху, на той стороне. Вороны их расклевывали. Не вмерзли в лед. Сейчас кряквы и рады бы улететь туда, где потеплее, да уже поздно. Тем более эти утки живут здесь уже несколько зим подряд, видно, понимая, рядом с человеком у них больше шансов на спасение. При перелетах гибнет практически 25%. То есть если они будут зимовать, то у них погибнет, может, 10%. Шансов выжить у них здесь больше, чем при перелете. Зимующие утки – настоящее украшение Саранска. Но останется ли у жителей столицы возможность любоваться водоплавающими круглый год, сейчас полностью зависит от самих горожан. Людмила Чекал, Алексей Демин. Наши новости.